Подписи, собранные в поддержку Игоря Маркова, приняли в администрации президента. Инициативная группа из Одессы передала гаранту Конституции все подписи, собранные на улицах города. Сбор подписей проходил с 20 сентября. Всего за две недели свою гражданскую позицию в отношении лишения Игоря Маркова полномочий народного депутата высказали 80 тысяч одесситов. Общественники уверены, что Виктор Янукович рассмотрит их обращение и примет соответствующие решения. Мы, одесситы, считаем незаконное решение высшего административного суда, которое приняло решение забрать мандат народного депутата у Маркова, тем самым лишить одесситов порядка 50 тысяч человек, которые голосовали за Маркова, тем самым лишить нас возможности управлять городом, управлять страной. Организаторы сбора подписей допускают, что акция может быть продолжена, в том числе, возможно, и в других регионах Украины.